На телеканалі «Репортер» ми продовжуємо час від часу спілкуватися з військовим експертом, колегою моїм Юліаном Аксьоновим. Вітаю, Юліане. Вже п'ятниця у нас, завтра субота. Ми збилися з діб, збилися з днів. Боротьба і оборона триває. Я пропоную спочатку поговорити про сьогоднішні новини головні, а потім взагалі про якісь тактичні моменти, тому що це вже 10 днів скоро, і ми бачимо якесь перегруповування, перебудування. Але спочатку про зачинене небо для України. Дуже багато експертів, дуже багато людей, які інформаційно воюють, підтримують там фейсбучні, так би мовити, війська. Я не зневагою ставлюся до цих людей, ми робимо одну справу, але все ж таки... Ми справедливо тримаємо тримаємо таке, ну, щось недобре ставлення до НАТО, що вони не хочуть відкривати небо. Чи є якісь інші варіанти? Дуже складний вопрос, тому що само поняття закрите небо вміщає в себе безліч, як говориться, вводних. Потому что по практике вооруженных конфликтов, которые происходили ранее, да, Югославия, там действительно была бесполетная зона, но она только была в одностороннем порядке, работала авиация НАТО. Если же мы обратим свой взор на территорию Сирии, то там устанавливалась бесполетная зона, но в определенных районах. Потому что участников конфликта было несколько, и каждый пытался защитить свои какие-то логистические коридоры, расположение собственных так называемых прокси, то есть вооруженных формирований, которые на спонсорстве, скажем так, находятся. Поэтому я не знаю, конечно, я понимаю, что наше руководство, скорее всего, просит о абсолютной бесполетной зоне. Но, опять же, учитывая все, что я сказал, есть куча оговорок. Во-первых, НАТО не хочет вступать в прямой военный конфликт с Россией. Логика их, с одной стороны, цинична, с другой очень понятна. Вот вам оружие, да, пожалуйста, воюйте. Но солдат НАТО не нажимает на кнопку пуска джавелина. Это делает украинец. И делает, как мы видим, это успешно. Поэтому говорить конкретно о том, что, ну, безусловно, НАТО нам... По-человечески, да, мы просим, помогите, но никаких конкретных международных соглашений, документов, даже несмотря на наше уже многолетнее сотрудничество, не обязывает НАТО это делать. Второй момент. Мне кажется, я, конечно, в этом не уверен, но мне кажется, что логика НАТО может строиться на следующем аргументе, что, слава богу, оговорюсь, слава богу, мы не видим каких-то серьезных ковровых бомбардировок наших городов. Авиация стала заходить достаточно аккуратно, потому что увидели, что несмотря на эти усилия, 430, как заявляет Пентагон, 432, кажется, крылатые ракеты было выпущено по нам, ПВО не подавлено, да, надо сказать, дыры есть, но оно не подавлено, особенно в тех локациях и местах, которые очень интересуют россиян. Поэтому авиация стала действовать очень аккуратно. Даже сегодня мы видели снова сообщение о том, что сбили. И сбили, скорее всего, уже речь идет про использование переносных зенитно-ракетных комплексов. Грубо говоря, вот труба 1,5 метра, ее на плечо закинул человек и выстрелил. Это не говорится о том, что там была развернута какая-то мощная зенитно-ракетный комплекс на колесах, гусеницах и так далее. Так вот, НАТО может сказать, что, ребята, а покажите, как вы страдаете от этой авиации. К сожалению, это так. Они могут так поставить конкретно вопрос. Наши города сейчас, Киев, Харьков особенно, страдают в первую очередь от реактивной артиллерии. Это смерчи, ураганы, грады. И поэтому есть ли такое понятие в бесполетной зоне, как противодействие тем же крылатым ракетам, да, по своей баллистике они напоминают самолет. Они взлетают, они дозвуковые, и они летят низко над землей, специально, чтобы РЛС их не видели. Но входят ли они в понятие бесполетной зоны? Неизвестно. По тем разговорам, что ведутся между нами и НАТО.
То есть НАТО, исходя из этого, может сказать, что вам нужно бороться с ракетами. Вам нужна не бесполетная зона, вам нужна противоракетная оборона. И, скорее всего, мне кажется, разговоры идут о поставках каких-то конкретных систем. Но главная проблема в том, что эти системы не находятся у нас на вооружении. У нас нет людей, которые могут... Вот сегодня привезли, распаковали, человек сел и уже сбил что-то. Нет. Организовывать обучение, у нас банально может не хватить времени. Отправить, допустим, людей в ту же Польшу, пройти ускоренный курс обучения, а сколько он составляет? Неделя, две, месяц? Как за это время изменится тактический оперативный рисунок этой, как Россия называет, военная операция, на самом деле это война. Война на уничтожение украинцев и нашего государства. Мы не знаем. Вот поэтому здесь очень много подводных камней, и я скажу честно, я не питал каких-то больших надежд на то, что НАТО согласится, учитывая их, несмотря на то, что гибнут тысячи украинцев, все равно сохранение вот этой вот позиции, а мы посередине. По-человечески даже я хочу обратиться к Столтенбергу и ко всем остальным генералам НАТО и аналитикам. Помогите, закройте. Но этого мало. Дуже важливо якось дипломатично діяти. Я теж віддав належне президенту, який при всіх емоційних розмовах з країнами Заходу, з партнерами європейськими, світовими, насамперед, по-перше, дякую за ту допомогу. І я теж вважаю, що та допомога, яка є, ми зустрічалися і публічно з вами спілкувалися, зокрема з тобою на другий день війни, зараз вже вона йде, і, на жаль, поки що не бачимо, де буде ця крапка. І ця допомога кожного разу вона є. Звичайно, ми хочемо більше, ми хочемо, щоб це все зупинилося і зупинилося там на закінчилася нашою перемогою. Але як ти вважаєш, ця допомога, яка з країн Заходу, не тільки Заходу, вона йде в Україну, вона допомагає Україні? Да, конечно, мы же видим эти все видео, фото пожженных колонн. Конечно же, я думаю, что процентов 70, а то и 80, это мы видим работу нашей артиллерии. Но когда речь идет о том, что попытка была остановлена прорыва какой-то небольшой колонны на какой-нибудь наш опорный пункт полевой, скажем так, который вот на скорую руку сделан, то это работают джавелины, это работает НЛОУ. Кстати, если мы уже поставили этот вопрос, то, к примеру, в Харькове силами волонтеров инициативно организованы такие группы, скажем, назовем их истребители, танковые истребители. Это люди, 2-3 человека экипаж на обычных машинах. Обычных я имею в виду не бронированных, но это, как правило, полноприводные машины, чтобы везде можно было проехать и очень быстренько уехать. Они быстренько подлетают, отстреливаются и уезжают. Это вот та самая стратегия, о которой я говорил, и снова упомяну вот это сравнение слона и человека с копьем. Когда ты бегаешь вокруг слона и тычешь в него копьем, пока он не истечет кровью. А он настолько большой, что пока развернется, поймет, с какой стороны ты прилетишь с этим копьем, уже ты сделаешь свое дело. То есть мы сейчас выходим на такой асимметричный ответ, что в наших реалиях верно, потому что мы не можем линейно выставить против 30 танков столько же. Да и не нужно это делать. Мы сидим в обороне. Она, повторюсь, она маневренная, она активная. Мы здесь ударили, отступили, но там мы закрепились. Завтра может повториться, но с точностью да наоборот. Поэтому, да, помощь, то я... Могу так, растекаться. Все правильно. Помощь. Стингеры, знаю, что уже работают. И работают очень хорошо и удачно. А ПЗРК сам по себе, несмотря на то, что вроде как кому-то может показаться оружием несколько скромным по сравнению с ракетами С-300, которые красиво и громко взлетают. И жители Одессы это слышат. И, к сожалению, все чаще.
Тем не менее, ПЗРК, наш психологический ход, в том числе, не только тактический, потому что вражеский летчик, понимая, что может прилететь, знает, что в этой зоне нужно находиться не так много, и в этой зоне нужно отработать как можно быстрее. Соответственно, он в стрессе, соответственно, он будет делать какие-то ошибки и не так прицельно и точно работать. Грубо говоря, он сможет отстреляться и сказать своим: «Все, я отстрелялся, задачу боевую выполнил», но не настолько точно, как это было бы. Плюс люди, у которых есть ПЗРК в подразделении, понимают, что они не с голыми руками, и если что-то начнет гудеть в небе, у них есть чем ответить. Более того, ПЗРК заставляют самолеты подниматься выше, и тогда уже начинают работать наши РЛС и станции РЛС и ракетные комплексы С-300. К примеру, которые уже начинают, потолок их позволяет. Не только С-300, там же и БУК, ОСА и другие. Поэтому западная помощь, да, идет. И давайте говорить еще об одном важном моменте. Мы видим, как работает наша артиллерия. Это буквально круглые сутки. Все мы понимаем, что артиллерия работает не просто так, от какой-нибудь зарядки, как наши мобильные телефоны. Нужны снаряды, даже нужны патроны для стрелкового оружия. Это в том числе приходит, потому что любая война – это расходники. Это расходники. Нам нужно тонны, каждый день тонны высыпать снарядов, чтобы эти орды останавливать бронетехники. Поэтому я не могу сказать, что она слишком действенно, она супер оружие нам никто не даст, и его нет в нашем случае, потому что нам нужно обучать людей, а за нас никто воевать не будет. Но пренебрегать этой помощью, ну, было бы неверно, и это значит плевать в лицо тем людям, которые смело решили нас поддержать. Так, дякую за цю позицію і згоден повністю. Війна – це не тільки дрохи, це не тільки боротьба снарядь, орудій, це психологічна боротьба також. І ми бачимо ці останні кроки. Я в один такий кошик все ж таки складую і захоплення телевежі в Літополі, в Херсоні, боротьба зі стільниковим зв'язком в Херсоні. І туди ж я відправляю вчорашній сьогоднішній нічний випадок в Енергодарі. Мені все ж таки здається, що у ворожих військ не було мети, не було наміру там підривати щось, а це був такий психологічний бій. Тобто я там ворог, ну, окремо там, припустимо, ворог там дістає зброю і психологічно наші не витримують. І тоді вже може щось там станеться. Бо тому мені здається, що це була така психологічний бій, в ньому не було там перемог, не було переможених, хвала Господу, що нічого не сталося, але ми бачимо, що ворог діє підступно, відверто кажучи, підступно. Да, конечно, потому что враг исчерпал все свои возможности быстрого удара и продвижения. И, честно говоря, я, конечно, не видел этих документов планирования и тактических карт, но вполне допускаю, что никакого энергодара Запорожья в их планы вообще не входило. Поэтому они начинают, к сожалению, импровизировать. Они где-то встретили ожесточенное сопротивление, этот опорный пункт нужно обойти слева, справа. А бац, атомная электростанция. Ну, давайте поиграем на нервах не только страны, но и всего мира. Поэтому да, любая теперь используется против нас провокация, любое событие, несущее в себе потенциально огромную угрозу. А захваты телевышек, да, совершенно верно, я согласен с тобой, банально сейчас поставят свою программу и начнется оболванивание, озомбление, как это у них происходит на родине. Но мы же прекрасно понимаем, что люди, которые просидели неделю под
градами и пулями вот этих вот, с позволения сказать, освободителей, и вдруг по телевизору услышат их пропаганду и тут же побегут пополнять их ряды, ну, конечно же, это чушь. Важливий також момент. Я, коли є час, я також слухаю ворожих не тільки пропагандистів, що чути, що вони скажуть, а ось ворожих людей, які десь аналізують, ну, зокрема, Андрія Караулова. Мені цікаво, що думаюча людина, яка, звісно, не на нашому боці, а таких ну, дуже мало, які публічно ставлять питання, незручні питання для Путіна, військового проступника та інших його поспішників. Він, пан Караулов, дає висловитися також військовим покидькам, псевдоекспертам. Зокрема, був Костянтин Сівков, я послухав його, Олександр Рудський, який свого часу у нас проходив службу в Арцизі військовому аеродромі, а потім якимось дивом не загинув при розстрілі Білого дому в 93-му році. Так ось ці панове, яких там в Росії вважають військовими експертами, вони в один голос стверджують: блискуча операція, все йде по плану. Є якісь там помилки, але це все неонацисти, які там десь перебили, але там все вже, все в нас добре, кажуть в країні-агресорі. Вже дійсно люди, які мають військовий досвід, вони, ну, я так розумію, що вони і не мають іншого казати, тому що і там гроші їм платяться за те, щоб підтримувати і там бойовий дух. Я це, відверто кажучи, з подивом сприймаю таку оцінку ситуації колишніми експертами, а нині військовими покидьками. Здесь важно понимать, что названные тобою люди – это носители имперского сознания, и им все равно, кто дал команду войскам начинать войну против Украины. Это фамилия Путин или это другое. Главное, что это как мазь на их раны. Мы наконец-то, там же проблема величия не хватает. Все время какое-то величие, все время кто-то мешает, палки в колеса. Запад загнивающий, коварная НАТО, Америка. То есть все мы это прекрасно понимаем. Поэтому на фоне происходящего, когда они же только и мечтали об этом, давайте покажем, давайте. И вот наконец-то это случилось. И то, что, о чем мечталось, что хотелось все эти годы, вдруг пошло не по плану, они в это не поверят. Они в это никогда не поверят, потому что, ну как это так может быть? Тем более у нас такая армия, как это всегда они заявляли. Тем более эти люди не пользуются альтернативными источниками. Они тебе скажут, что это военная пропаганда, я не буду читать. Я пользуюсь официальными источниками своей страны. А там что? Там с утра до ночи 500 тысяч украинских воинов сдалось в плен. Мы выигрываем, город за городом поднимает наш флаг, ну и так далее. Этот бред больного воображения. Поэтому требовать от этих людей какой-то серьезной оценки, а тем более адекватной, нет, они никогда не были, по большому счету, оппозиционерами. Поэтому сейчас происходит то, я повторюсь, то, что им хотелось, то, о чем они мечтали. И это не может в их голове складываться по-другому. Оно идет только по плану. Я хочу попередити наших глядачів, тому що я не раджу дивитися всі ці YouTube-аналітичні канали, тому що тільки якщо у вас є змога серйозно підходити до обробки інформації, у вас така, як то кажуть, устоявшаяся психіка, тоді, будь ласка, якщо можна аналізувати, ось як зараз там ми з Юліаном, люди, які, ну, не новачки в професії, які знають, чого чекати від ворога, але коли якась молода, неосвічена людина взагалі в професії, військовій справі є, в журналістиці почне це слухати, то дуже легко піддатися цьому зомбуванню, цьому там ура патріотизму там російсько-імперському і повірити в те, все те, що там виходить з цих YouTube-каналів. Я не міг не запитати щодо нашого міста. Ми бачимо, що Одеса готується, мер готується, президент готується, що укріпив військово
адміністрацію. Але, відверто кажучи, всі ми сьогодні живемо в спокійній Одесі. Так, у мене є питання, а чого прилетіло в Затоку? А чого прилетіло в Біленьке? Людина загинула. А прилетіла ще два дні тому там Лущинівка, людина загинула. Ще були поодинокі жертви. Це якісь такі, такі краплі, чого чекати. Ми бачимо офіційні дані, постійно офіційні дані, що ворог готується брати з моря. Ось там 4 десантні кораблі, 2 десантні кораблі. Ми готові. Ну, це добре, що нічого не відбувається. Але на що все ж таки ми можемо чекати? До чого готуватися? Не могу сказать, что это капли перед ливнем. Не хочу никого пугать, но и успокаивать тоже не нужно, потому что никаких предпосылок для этого нет. У меня была догадка, которую сегодня подтвердил Генштаб в своем щоденном зведенні, где было сказано о том, что замысел врага такой, чтобы вот подобными действиями, точечными ударами показывать, что Одесский регион и Одесса все еще интересны как военные цели, как возможное направление удара, и тем самым держать в некотором оперативном, скажем так, сковывании те силы, которые сейчас прикрывают, в том числе и Николаев, хотя Николаев уже нельзя назвать, что это прощупывание, там идут полноценные бои, там та группировка, которая прикрывает Николаев, уже занимается как раз прямо тем, чем и должна была по замыслу нашего генштаба. А что же касается Одессы, ну, скорее всего, возможно. Возможно и это, что просто хотят, чтобы здесь мы держали группировку и ее не использовали как пожарную команду, если где-то понадобится срочно гасить какой-то прорыв. То есть оттягивают наши резервы, и мы не вправе будем снимать часть людей из позиции, зная, что Одесса в том числе один из приоритетов. Сложно сказать, потому что где-то со второго или третьего дня сама война, уже, как мы знаем, война, повторюсь, как враг называет это операция, она пошла не по плану, и теперь видеть какой-то целостный рисунок стратегии, которая должна была преследоваться, уже нельзя, потому что все на ходу перестраивается. Поэтому они, опять же, повторюсь, импровизируют как только могут. Вот мы слышим, да, действительно, загрузка десанта на корабли. То мы слышим 11, то 4. Кстати, была очень интересная информация, когда Турция закрыла проливы, через буквально, наверное, дня 4 поступила информация, что из Черного моря решили выйти российские корабли, в том числе и, если не ошибаюсь, среди них были десантные, но турки их не выпустили, хотя мне, честно говоря, немножечко непонятно это решение, наоборот, выпустите, снизьте этот уровень напряжения и просто не впускайте их, если вы же видите, что это ударные корабли, это десант, нам будет легче, да и вам спокойнее, ну не знаю, там своя игра тоже идет, поэтому ничего не могу сказать, но да, Одессе нужно быть готовым. Я не знаю, как насчет воздушных десантов. Была информация, кстати, она как-то очень тихо прошла, и многие волонтеры ее подтвердили, и даже непосредственные участники, которые были на позициях, что была попытка высадки воздушного десанта вертолетного посадочным способом в районе Школьного. Она была отбита. И по некоторым данным, что-то около 30 человек просто прилетел вертолет или пара вертолетов, их высадили, их уничтожили, и на этом все. Сказать, что это какая-то глубокая тактическая операция, нет, потому что подобного рода глупые с точки зрения военной
военной науки шаги были предприняты не только в Одессе. Но, опять же, никто гарантии не даст, что нас оставят в покое, и мы какое-то второстепенное направление, которое трогать никто не будет, и только вот так вот донимать, скажем так, какими-то точечными ударами, от которых, к сожалению, погибают люди, и мирные в том числе. Так, и точно еще питание. Мы чули интервью президента західним СМИ, і на СМІ, так мовити, і він підкреслив, і не вперше підкреслив, що російська армія в десятки разів більше наших можливостей. І говорити про те, що вони вже вичерпаний резерв, зарано. Ми бачили і фото, і відео дані, що під'їжджають нова техніка колесна, тільки літери Z ще не встигли наліпити, але я так розумію, що, ну, я розумію і пана Арестовича, це такий психолог внутрішній, я завжди з задоволенням слухаю його, там така позитивне зембування, я це називаю, і коли я його слухаю, там навіть ще готовий в полон здаватися. Так ось, це правда десь посередині, що є ще дуже багато резерву, і чи дуже багато втрат, і вже так не досить так р'яно країна-агресор буде підтягувати залишки своїх збройних сил. Ну да, как известно, правда всегда где-то посередине, между двумя полюсами. Я, с одной стороны, понимаю господина президента, потому что, ну, будем говорить откровенно, даже нагнетание в нашу пользу, потому что тем самым мы показываем сложность положения, и объемы помощи могут быть пересмотрены. С этой точки зрения я его понимаю. Да, я с тобой согласен, что функция Арестовича – это такой вот успокоитель всей Украины или всех тех, кто его смотрит. Насчет резервов. Интересный вопрос. Согласно данным американской разведки, 90% тех сил, которые были скоплены, уже на нашей территории. То есть остается 10%. Ну, чисто математически мы понимаем, что это немного. Но, с другой стороны, если принять во внимание, что эти 10% могут быть сосредоточены на каком-то одном конкретном направлении, тогда перевес сил может быть большим. Но мы прекрасно это тоже понимаем, что Генштаб это все рассчитывает и контрмеры проводит вовремя. По крайней мере, будем на это надеяться. Что же касается резервов, которые остались на территории России, и мы видим уже эти видео, как с Дальнего Востока опять тянут эшелоны, ну, вопрос такой. Резервы-то есть, но а качество этих резервов? Ну, загрузили технику, причем мы же понимаем, что отчитаться перед начальством можно. Загрузили 30 танков, а сколько из них боеспособных? Вопрос. Даже сейчас, забегая вперед, военное положение, возможное в России. Интересный шаг, потому что сейчас у нас за окном весна, к сожалению, пока военная. А значит, что нужно отпускать по домам тех, у кого срок службы подходит к концу. А значит, их надо заменять. И то, возможно, когда вводится военное положение, нужно посмотреть, как это звучит у россиян. Никаких дембелей не будет. Опять же, если их заменить, то нужно заменить вот теми самыми мобилизованными. Ну, давайте не питать иллюзий, а как будет она проводиться, сколько людей будет, особенно на фоне происходящего, ее уныкаты, убегать от военкоматов. Второй момент, важный вопрос, как мы видим, мотивация этих людей. Вот они приедут в это подразделение, им скажут, слушай, нас тут заезжало 300, а вот осталось 20. Вот
как будет себя чувствовать человек. Техника, опять же, повторюсь, которая грузится, ну, она, благо, пока не впечатляет. Там советская армия 70-х годов. Только чуть-чуть покрасили, и то, как это бывает по армейской традиции, соляркой сверху прошли, чтобы она блестела, как будто бы новая краска. Поэтому, опять же, я не хочу показаться вторым Арестовичем, говорить, что да ну что вы, перестаньте, мы их сейчас всех разобьем. Конечно, это проблемы. Конечно, безусловно, я же говорю, что если где-то они сосредоточатся в одном месте, вот это уже будет проблема. Если их тонким слоем размазать по всему фронту, будет легче, но так никто, конечно же, делать не будет. Поэтому плюс вот эти оставшиеся 10%. Все очень-очень шатко и непонятно. Плюс пока еще, опять же, не ясно, что будет делать белорусская группировка. Да, я ранее сомневался. Очень хочу, прямо молюсь, чтобы так и было. Я сомневался в том, что, учитывая позицию Лукашенко, он может с Россией дружить, а через минуту отойти и сказать, да ну, что они тут такое делают, мы это видели, торговые войны и так далее и тому подобное. Сейчас уже заявление, что белорусские солдаты будут защищать и умирать только на своей земле. Очень надеюсь. Мне кажется, что для этого все есть. Я к чему говорю? Не к тому, что они... Да, пусть они умирают на своей земле. Я вот об этом. Потому что первые санитарные потери, раненые и даже убитые, были вывезены в Беларусь. Если не полениться и посерфить интернет, можно увидеть кучу видео от местных, от белорусов, как снимают эти колонны, которые везут раненых. Естественно, Лукашенко об этом в курсе. Естественно, Лукашенко, я думаю, даже немного шокирован, потому что у него точно так же построена система и пропаганда, ему носят папочки, наша армия сильная, мы можем то, мы можем это. Одному уже вот носили, он тоже решил, что так оно и есть, на самом деле не так. И теперь он крепко задумался, а стоит ли. Поэтому было бы очень здорово, если бы эти войска не двигались и тем самым облегчили нашу участь. Потому что если они пойдут и опять же ударят в каком-то направлении, да, есть вопрос по их боеспособности. Потому что эта армия не имеет опыта ведения боевых действий. Никаких. У них есть только военные советники, которые при российских штабах были в Сирии. То есть они только видели, но они не передавали практически опыт. Есть много вопросов, и сама мотивация белорусов, они это тоже прекрасно видят и пропускают через себя эти колонны, оно им нужно. Да, много вопросов, но ресурсы еще есть у России, ресурсы есть, и, к сожалению, нам нужно еще очень-очень долго стоять. Очень надеюсь, что у нас это получится. Дякую, Юліана. Я, коли ти згадував про весну, призив, я згадав, що колись, коли ми дивилися ще з тобою більш-менш такі спокійні часи програму «Щодо коли», більшість знатоків, якої і учасників якої засунули свій язик в дупу і мовчать, там було таке питання про календар призивника. Ось таке пророцьке було питання, на яке ніхто не зміг дати відповідь. Це були військові підсумки тижня, така страшна назва у нашому проєкту, але ми відстежуємо сьогодення і реагуємо на нього. Дякую, Юліане, до зв'язку. Спасибо, залишаємося, тримаємося. Да, все добре. Да, всім сил.